Казанском федеральном университете состоялась студенческая неделя, посвященная развитию связей с общественностью. Мероприятие прошло в формате лекций и мастер-классов в целях знакомства студентов с практикующими специалистами в области пиар. Инициировал проведение студенческой недели ради того, чтобы состоялся прямой контакт с авторами лучших проектов и студентов, людей, которые только вступают в профессию, с практиками, которые добились больших успехов, стали лауреатами. В качестве спикеров выступили известные практики в области пиар. Например, Кармен Маджиева, директор по связям с общественностью компании «Мегафон», рассказал слушателям об особенностях жанров пиара. Уникальная возможность напрямую с суперпрофессионалами, с будущими, в том числе и работодателями, кстати, да, свести наших сегодня студентов и дать начало большой вот такой вот интересной работе по их взаимодействию. Отметим, «Серебряный лучник» является главной премией в области пиар в России. Студенческую неделю организаторы проводили уже в Москве, Санкт-Петербурге и вот впервые в Казанском федеральном. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универ Ньюс.